5 часов из Одессы в центр украинского Придунавья, город Измаил. С 20 ноября «Укрзалезница» запускает ежедневный скоростной дизель-поезд. Аналог курсирует только между Киевом и аэропортом Борисполь. В составе Дунайского экспресса 3,170 посадочных мест. Поезд может развивать скорость до 140 км в час. Из Одессы поезд будет отправляться в 19:50, а из Измаила в час 29 ночи. По маршруту экспресса запланировано 10 остановок, в частности Акаржа, Карлино-Бугас, Белгород-Днестровский, Сараты и Арциз. Прежде чем пустить поезд на маршрут, его проинспектирует руководство Укрзалезниці, министр инфраструктуры и премьер-министр Украины. 20 ноября в 13:00 поезд прибудет на Одесский железнодорожный вокзал, а вечером по графику отправится в Измаил.